прозвучала концертная вариация на тему. Sākās lielais Tēvijas karš. 1945. gada 8. maija. Мы должны трудиться выше сил, чтоб потом нам не пришлось. Позвольте мне сегодня... Впервые за всю историю президентом. Президент страны, да, так послушайте, как метрячина какая-то. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Как-то узнал, Володь, сразу. Авиацию не узнаешь, даже десантные войска не узнаешь. Володь. Так получится.